Дождь в квартире. Сегодня журналисты навестили Максима Супанинского, жителя 9-го дома по улице Леваторная. Накануне его жилье насквозь промокло. Мужчина обращался в оренбургскую управляющую компанию, однако так и остался без их ответа и помощи. Решил позвонить в редакцию ОРИН-ТВ. Подробности смотрите в рубрике «Срок ответа сегодня». Сегодня нас пригласили посмотреть на последствия рукотворного дождя, который накануне пролился в одной из квартир этого дома по адресу Элеваторная, 9. Здравствуйте, СОРИН-ТВ. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Посмотрим, что у вас тут. Вчера в ходе проведения ремонтных работ по кровле крыши и ввиду старых коммуникаций труб произошел прорыв трубы, там щель была в три пальца, вот, и залило одну комнату. Здесь прям вот ливень воды был, то есть стояла куча ведер. Были следы потеков, вот, обратились в управляющую компанию с их стороны для составления акта, никто до сих пор не появился. Вот, в связи с чем как бы вынужден был обратиться в вашу телекомпанию. Здесь произошел протек вот на подвесном потолке, вот сейчас вдутие, вода еще стоит до сих пор. И в этой спальне был проведен ремонт в этом году, в 13-м. Сейчас все было залито, текли ручьи, одеяло, все. То есть есть фотографии, подтверждающие факт залития, и фотографии, подтверждающие, что действительно была труба ржавая, фонд старый. Понятно. Но управляющей компании нет никакого дела до жителей. Ремонт проводится кровли, опять, уже третий год подряд. С жителей взимается плата за капитальный ремонт. Сейчас опять все за наш счет. Фасад. То есть домом управляющая компания не занимается. Сотрудники управляющей компании сегодня вслед за нашими журналистами также выезжали в вышеописанную квартиру. Затем рассказали о принятом решении. Аварийная ситуация ликвидирована службой обслуживающей организации. Ремонт трубопровода на сегодняшний день выполнен. Специалисты компании провели обследование жилых помещений указанной квартиры для дальнейшего согласования с собственником данной квартиры, для определения причиненного ущерба и способа его возмещения.